хай-хет на слабую долю. Раз, два, три. Видишь, то есть получается три одиночных удара. Раз, два, три. Вот это тот случай, где надо в край хай-хета играть. Дальше пошли тома. Не ровно надо бить в удар, а флэм. То есть левая рука немножко опаздывает. То есть у тебя бочка идет с томом вот так. Как бы ты с пульсацией играл в хэт, понимаешь? Uh-huh. Вот то же самое. А левая рука как бэкбит звучит. То есть. Видишь, акцент идет. О, видишь, то есть два раза теперь. Сейчас всю связку сыграю медленно. Три раза уже. Видишь, поменялось что, да? Рабочий пошел. Ну, да. Вот иногда он бьет, опять же, акценты. Там есть такой цик-цик-цик, вот такой звук, но это не хэт играет, не ногой, а вот именно шейкер, дополнительная дорожка вот секвенсорная. То есть надо плавненько поднимать громкость, да? Куплет пошел тоже такой же прямой. Вот эта часть, смотри, здесь непрерывная такая синкопа идет, постоянно, да? Идет часть, ради чего мы тут собрались. Это припев. Фишка, она опять повторяется. Дальше опять пошел этот ритм. Ритм повторяется, а брейк нет. Второй раз, второй брейк. Давай. Вот все это мы повторяем, как в первый раз. Вот здесь вот по-другому, через бочку. Раз, два, три, четыре. Дальше послушаем.
Мы эту часть уже учили, да. И опять этот брейк, в общем, повторяется все. Да, только он здесь просто их два раза играет. Все, и ловит тарелку, то есть. Тоже мы играли уже. Там брейк будет. Накладку Тома еще доигрывал сверху. Флэм-кик, флэм-кик. Все заново. Все, видишь, то есть. Тут. Видишь, то есть вступление такое, он получается с рабочего вступает. Эффект неожиданности. Вступаем. Пошел вот этот томовый ритм. К финишной прямой идем уже. Опять как в начале. Здесь уже нет никакой определенной последовательности. Здесь идет просто уже от фонаря. Все, мы песню разобрали. Она заканчивается там просто фейд-аут, да? Да. Все, плавненько уходит. Пока. Все, давай. Все, счастливо. Пока. Пока-пока.